Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами, интеллигенцией, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу!